Как будет распределен бюджет Химок в 2020 году, решил Совет депутатов. Направление, взятое в предыдущие периоды, сохранится. Приоритетной остается социальная сфера. На образование, оказание помощи малообеспеченным гражданам, обеспечение жильем детей-сирот, строительство детских садов и другие проекты социальной политики уйдет более 70% бюджета. Также часть средств пойдет на обеспечение безопасности в муниципалитете и на охрану окружающей среды. Участники публичных слушаний обменивались информацией, задавали вопросы и дискутировали. Мы видим рост бюджета, коллеги, но у нас есть рост расходов, не забывайте об этом, потому что построено за последние 5 лет 70 социальных объектов. Коллеги, цифра, 70 социальных объектов. И это ни для кого не секрет, что 70 социальных объектов несут расходы, там работают люди, они расходуют материалы, расходуют электроэнергию. Поэтому, если мы развиваем, мы идем по социальному, мы ориентированы и развиваем социальную часть, то давайте тогда как-то быть просто рациональными. Также на заседании Совета депутатов народные избранники рассмотрели вопросы бюджета на плановый период до 2022 года. Все вопросы и предложения были отмечены в протоколе официального мероприятия.